Всем привет! Сегодня 10 апреля 2021 года. И для футбольных фанатов, любителей футбола, очень прекрасная новость. Лионель Месси переходит в ПСЖ. При этом его оклад будет 35 миллионов за сезон. Вот как вы считаете? Вот этот футболист, Лионель Месси, заслуживает 35 миллионов долларов за сезон. Вот вы как бы оценили его игру? Вот на субъективный взгляд. Как он вам? Я считаю, что на 35 миллионов он не тянет. Тянет где-то на миллионов 20, не больше. А вы как считаете? Ну, это такое, деньги чужие считать нехорошо, но все-таки мы болельщики, мы оцениваем, так сказать, игру футболистов и их таланты. И самое главное, хотел бы спросить, вот, переход Лионеля Месси в ПСЖ, так сказать, поднимет рейтинги ПСЖ или все-таки, по сути, на игру это не повлияет? Вот как на ваш взгляд, Месси добавит, так сказать, пороха для ПСЖ? Или все-таки это переход, который увенчается, так сказать, ничем? Обычный пшик, как было множество переходов, которые совершали футболисты из клуба в клуб. Вот как вам это все? Напишите в комментариях. Причем контракт, подписанный Месси с ПСЖ, могут продлевать до 2024 года. Представьте, если вдруг окажется, что Месси — это козырная карта ПСЖ, то он будет этим козырем еще до 2024 года. Хотел бы, конечно, не заканчивать на таком вот, на такой грустной ноте, деньги и тому подобное. Хотел бы пожелать Месси хорошей игры в новом клубе, самому клубу, так сказать, пожелать, чтобы этот новый игрок принес ему только плюсы. А нам с вами хотел бы пожелать хорошее, так сказать, хорошего шоу, хорошего, так сказать, зрелища, которое будет нам приносить, я надеюсь, этот футболист и этот клуб. До новых встреч, ребята! Болеем за футбол и всего наилучшего!